Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Второй день, забираем 5000 монет. Так, бесплатный сундук. Естественно, сразу открываем их. Так, полторашечка. Колесные крылья. Понятно, давай далее. Здесь нам выпадает с тобой 1375. Магнит, ускоритель, фляг. Далее, далее. Так, крылья, амортизаторы 1250. Так, что у нас в випке? Тут 2750, зимние шины, ускоритель, дым. Видимо, последний сундук. Управление, Б и амортизаторы. Все. Все, что могли, мы получили. Здесь ничего нету. В команде результаты. Результаты. Угу. Слушай, мы выиграли, да? Это же мы? Или... Да, это мы. Точнее, даже это не мы, а... Слава. Или это мы все-таки, я не могу понять. В общем, наказали, мне так кажется. Ребята, я могу что-то ошибаться. Поправьте в комментариях. По-моему, это наша команда выиграла. 10 тысяч еще сверху, плюс 500 деталей и особый билет. Так, 6 тысяч, это вот двадцатка. Воу-воу-воу, надавали нам. Так, что это такое? Не-не, не надо, не, мне этого не надо. Так, гонка. Ну да, вот наша команда, ребята. Легион, 3293 звездочек. Билеты, все это есть. Какое подключение к чату? Эй-эй-эй, что происходит? Так, друзья мои, ну а мы сегодня с вами пытаемся взять, ну, я так понимаю, вот эту награду. Кубок аллигатора. 64 тысячи мы можем с тобой. Ну давай, давай. Возьму. Раз уж начали прокачивать ролейку, так давай уж прокачивать ролейку. Ну что ты? Стоп. Фогими. Тихо-тихо-тихо. Нифига он там. Воу, не надо. Так, где-то я уже такое видел. Только почему машину опять начинает забрасывать? Так, этот паренек со своим свистом, да? Короче, если бы я не упал бы вниз, возможно, приехал бы где-нибудь вторым, может быть, даже первым. Но я вниз упал, ребят. Просто рухнул. Вот и все. Да почему моя машина тут опять на этот? Да что за... Что происходит-то? Переворачивайся давай. Я же вроде не брал ускоритель для колес, чтобы он вставал у меня вот так вот. Какого фига он опять встает на дыбы? Ой! Голову свернул. Надо посмотреть, что за бредятина опять, а? Крылья надо брать. Ракету нафиг убирать отсюда? Правильно там кто-то написал в комментариях? Один хлам, действительно, ставить на машину нечего, потому что хламина. Бредятина одна, блин. Ничего путевого нету. Да, я не знаю, ребят, почему ее не было же до этого, ничего такого. Фигли, да последнее место у меня. Конечно, последнее, третье. Так, кубок Штумрейдера. Дай-ка я гляну. Так у меня ничего такого и нету. А почему же тогда так не пойму я. Почему так закидывают тачку? Нафиг эту фигню убирают сюда. Ну, не знаю, посмотрим давай так. Ну, эти крылья тоже нам погода, извините меня, не сделают. Эти нам крылья погоды не сделают. Ой! Да что? Ну это дебилизм уже полный, ребят. Это уже полный дебилизм. Воткнуться, блин, и перевернуться. Только ролейка так может. Вот просто впендюрилась и все, ребят. И переворачиваться. На ровном, блин, месте.
Ну идиотизм же, согласись. Причем полный. Да. Порой она меня просто раздражает, эта машина. Вот серьезно тебе говорю. Ну, летим. Куда летим? Ну, финиш уже. Вот это, конечно, бред. Вот пиндрючилась в какую-то, вот, я не знаю, перегородку. И все, и перевернулась. Сфига ли ты переворачиваешься? Ну, ты ударилась. Обязательно переворачиваться надо при этом случае. Не понимаю я. Что-то вода какая-то. Это что? А, это попрыгунка. Ребят, это попрыгунчик там у нас едет. Вода еще это мешается, которая тут... Ну вот. А я тебе говорил, что груда металла просто падает, и, ребята, и теряет на этом скорость. Как кусок говна. Упал, и все. И ресурсы тебе не помогут в этом деле. Ай, бесит. Бесит вот такая вот политика партии. Так, зима на носу. Ну и что зима на носу? Ну поехали, зима на носу. Крылья. Убрать крылья, поставить что? Вот эта мощность, да, ускоритель для колес. Я не знаю, что еще тут можно поставить на эту ролейку. Действительно, ничего нету, ребята. Все самое нужное, что можно на нее поставить, у меня нету. Собиратель монет, вот это вот все. Ну вот тут бы крылья, конечно, не помешали бы, но нету их. Я их уже снял. Да что тебе опять-то закидывают? Ты же до этого ехала нормально, тебя не забрасывало перед так сильно-то. Что опять не то? Да хоть ты что тут делал, я не понимаю, ребят. А что, опять одна трасса, что ли, всего лишь? Ну, а я имею в виду не одна трасса, а одна гонка. Потому что уж слишком долго мы едем. Да, скорее всего, да, так и есть. Фигли, у нее, показывайте. Горючка на, там находится. Что-то у нас от машинки-то запчасти подлетали. Бензин кончается, но... Бензин, я смотрю, заканчивается всегда, когда мы уже практически на финише. Поэтому, в принципе, можно было бы и не собирать это. Так, откроем этот сундук. Так, еще 5500, нормально. Поехали. Что-то я, кстати, прочитал. Ой, миля шахтера. Миля шахтера. Там еще на мотоцикле он там, чувачок, выделывается, я смотрю. Ну я-то самый умный, да? Мне, чтобы поехать внизу. Давай еще впендрякаемся куда-нибудь. Они что, все знали, что ли, что нужно внизу ехать? Простофиля, дурачина. Ну тут одна гонка, скорее всего, ребят, потому что уж слишком трасса-то длинная, долгая какая-то. Смотри, 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 смотри. Баги, а? Не, в натуре, как это длинная трасса. Где финиш-то там? Финиш-то сегодня будет? Финики-то где? Где финики-то, я спрашиваю? Вот они, финики, ребят. Фух. Попсиховал, нервишки свои расшатал. Первое место занял, нормально. Да. Темные дороги. Ну давай, поехали. Обожаю лес, вот что-нибудь такое, природу. Держи, блин, баланс. Ух, без крыльев, да? А так бы эти крылышки бы здесь по... Ой, как хорошо бы зашли бы, ребят. Ну, трасса короткая, поэтому нормально все. Блин, я смотрю, слишком вот часто ездят вот на этих машинах. Ролейка, конечно, попадается, но не так часто, как, например, вот эти всякие там баги, шмаги.
Опа, меня только здесь выручило вот это ускорение, ребят, которое было. То есть, когда мы приземлялись с тобой на два колеса, сразу тиш, огонь. То есть, вот когда приземляешься ровненько, да, идеально на два колеса, из-под тебя пламя такое, и ты бустишься. Как-то так. Ну, опять обделался. Опять обделался на пустом месте. Опять-то мы тебе стартанули. Это там закрутилось что-то, барахолка. Ну что, неужели мы с тобой вот этим вот халабудом уступим? Да, по-моему, уступим. Ох. Не, не уступили, ребят. Просто подрезали их. Прям на финише, это круто. Танцуйте, баблгамы. Так, а мы знаешь что, наверное, мы с тобой сейчас костюмчик какой-нибудь новенький возьмем. Что-то тут захотелось мне костюмчик взять. Так, большой воздушный кубок, как всегда. Давай, внешний вид. Что у нас тут? Что это за лицо такое? Утеплился мужичок. Так. Это же от него, да? Этот... Нет, это не от него костюм. Это, по-моему, даже не знаю от чего. Держи флажок и радуйся. Так, у него вот головной убор надо поменять. Что у него есть тут такое? Бакс Банни. Гражданин Банни, точнее, да? Гражданин Банни полностью у нас с тобой есть. О, нет, все-таки есть, ребята, фул. Фул комплект. Вот так вот. Ну, почему-то возьми в руку флажок. Поехали. Такой буйвол сидит там за рулем. Нормально все. Так. Смотри, две трахомы меня просто делают. Потихонечку, но делают. Да ну! Что? А, это вот эта вот машина, понял я. Просто на ней крыша, я ее и не признал. Ну, что за машина-то? Ну, спортивное барахло, короче. У меня такое есть. Ну, не прокачанное, конечно. Ну и все. Вопрос исчерпан. Сделал как стоячих. Опять же, ребята, очень много зависит от начального буста. Вот как мы с тобой стартуем и как приземляемся. Это, кстати, тоже очень много зависит. Я говорю, если идеально приземляемся, то вот такой вот у нас типа буст получается. Пламя, немножко даем скорости и все. Ну, иногда получается почему-то приземлиться, как мешок с картошкой, извини меня. Просто бум, все, тупо. Так, отлично. Ого. Глянь, какой нам дали сундук. Монетный, блин, ну почему монетный не дают мне на мою тачку, а? Почему? Не трать, говорит, кристаллы. Ребята, а куда их солить, эти кристаллы, я не знаю. Они больше никуда не нужны. Ну что, кубок шахты, поехали, друзья мои. 57 тысяч, нам, кстати, скоро дадут возможность прокачать еще сцепление до 17 уровня. Я все дизель никак не могу свой прокачать, хотя давно собирался. Так, тихо. Да, тихонько. Блин, ну фиг ли тогда делать? Уже ж начали, так, давай. Юху! Первый. Так. Тут какая-то черная пантера, Инос какой-то. И прочее. С кем мы там?
Тих! Просто ракета, ё-моё. Да, конечно, ага. Бигфингер тут едет ко мне, понимаешь ли. Балалайочки тебе по полной программе. Труфальдина из Бельгама. Да, ребята? Правильно. Тихо. Это специально сделал, ребят, специально. Так, зачем я так сделал, ума не приложу. Блин. Так, голову, блин, можем там свернуть. Но, слава богу, проехали отлично. Проехали просто шикарно. Так. И да, мы с тобой зарабатываем. Тут 3000 монет, еще тут 6. Плюс мы здесь берем с тобой 5000. Крылья на баг, на баге. Так, и вот здесь тоже открываем. И еще 3000. Итого 84000. Так, надо поздороваться. Окей. Отправляем. Так, гонка. А мы, я гонку активировал же? Вроде активировал, да? Так, ну что? Так. Давай тогда до сюда попробуем доехать. Фабричный кубок. Мы прокачать еще не можем. К сожалению, пока не можем прокачать. Фабричный кубок. Фью, чувак там. Фига он там на этих колесиках, ты видел? Ну, не на колесиках, а на этих. На попрыгушках. Он ушуршал, его и не видно. То есть как он там заморочнулся с прокачкой? Это что? Это же супер дизель, ребят. А, ну я понял. Он подпрыгивает и еще на крыльях этих летит. И колеса у него какие-то очень странные. Что-то как-то мы едем с одним там шитиком почти вровень. Все, я его переплюнул. Окей. Так, и последний заезд. У меня пока 4 очка. Ну, второе место, наверное, я надеюсь. Да ёпперсете ты. Ты специально, что ли? Я последним еду. А этот, кстати, дуралей, который там прыгал на попрыгунчиках своих, он отдуплился. Ну и что, получается третье место у меня, да? Второе, да? Второе, ребят. Второе место. Так, проехали. Трасса Билла. Поехали на трассе Билл. А что тут у нас показывается? Что-то можно... Турбина заряжена на максимальное давление для увеличения мощности. Чего мощностью? Давай попробуем. Для увеличения мощности написано. Фига там. Чудик Рубен шмальнул. А мы вытянули. Мы вытянули, ребят, но конкуренция-то, посмотри, какая жесткая. Фига тут, ребята. Ну, есть! Есть, ребятушки, вот так вот делает папочка. А мог бы сфейлиться. Этот скоростник, а? Смотри. На этой супер-ханорке едет. Выеживается еще. Так, у меня облегченный вариант, да? Или еще нет? Нет, еще не облегченный. Крыша еще на месте. Ну, как так-то, блин? Ну, у него тоже стоит, кстати, вот эта вот фигня. Турбина или как она называется. Может быть, она ему дает мощности прибавку. Я фиг знает.
Что-то я его не могу здесь догнать вообще, ребят. Все, ушуршал. Ну, тут прямая трасса. Не смог я его обогнать. Но все равно первое место. Открываем. Нормально. Так, песок в купальнике. Песок в купальнике, да? Да, старт такой никакой, ребят. Фига себе ты. Да хорош. На крышу давай. Ага, так, тихо. Здесь надо вот так вот делать. Оп. Прочухал тему. На, те там галопом решили заскочить. Не тут-то было. Конечно, ребята. Паршиво опять я начал. Один умный там самый внизу поехал. В принципе, он правильно делает. Зачем ему вот эти вот ухабы брать, да? Оу! Вот это дебилизм. Вот это был дебилизм с моей стороны, ребята. Полный причем дебилизм. Вот здесь, серьезно тебе говорю, здесь нужны крылья. Сколько вот раз, ребята, вот же пляж. Естественно, со своими вот этими вот прибамбасами, бугорками, подъемами. Не возьмем. Не возьмем. Ну, тут-то уже сейчас понятно возьмем, но... Да ты посмотри, а. Серьезно, что ли? Да. Четвертая позиция. Откатываемся назад, ребят. Тупо откатываемся назад. Опять, ёпрасоте, блин. Подожди, я не помню, что-то тут уже эти сломанные. А я чё... Нет, у меня нет крыльев. Давай заезжай, хоть, слава богу, тут заехал нормально. Так, лодочка. Плыви, да? А, тут одна трасса, что ли, опять? Или мне кажется? Да, тут, скорее всего, одна гонка у нас получается. Тогда давай без фейла. Проедем нормально, по-человечески, и все. Все равно практически, да. Никто нам там не мешает. Оп! И на яхточку. Вот это я понимаю. Вперед! Ну что? Двигаемся. Блин. Горы. Фига она рычит у меня, бедолашка. И все, и финиш, да? Быстро. Все равно я не могу понять, что дает нам выхлопная труба, вот эта вот, которую мы с тобой надели. Какую мощность она дает, блин, не чувствую вообще никакой мощности. В чем заключается мощность? Вот эта трасса, ребят. Ухабы одни на ухабах, а? Опять же первые пришли. Это радует, это радует. Но... До поры до времени. Ух, ё. Опять, блин. Так, нет, надо тут, ребят, вниз лететь. Ну его нафиг.
Так по этим верхушкам там. Есть. Отлично. 9 очей получаем, да? Ну и первое место, естественно. Угу. Половину трассы проехали. Так, легендарная. Это монетный для этого, да. Что-то для ролики вообще, ребят, ничего не выдают. Вот я вот сколько играю, вообще ничего для ролики. Там вшивые шины эти дают, и все. Фига там на мотоцикле парень. Камила. Камила, значит, это девушка. Ну, он мог парень просто называться девушкой, да, ведь? Тупорылая машина встала на задние колеса. Как идиотизм, блин. Вот из-за этого фейлит. Вот там. Этот как-то еще успевает там Денис кренделя наворачивать. Ну, пока он там кренделя наворачивал, он приехал последним. Крендель, потому что. Да что с машиной? Это не так. Че? Ку фига на 5. Посмотри, а. Вообще последним еду. Последним, да, ребят? Приехал. Ой, я вспомнил. Да-да-да, это черепаха, об которую все время там ударяешься, и у тебя машину переворачивает. Ну, хоть здесь первым. Ёк-макарёк. А что, остальные все там погибли? Серьезно? Так, ну давай, 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 давай. Ага. Да чтоб тебе... Нормально. Нормально. Мотоцикл позади. Отлично, друзья. Итого и 6 очков получает, да? Получается у меня второе место. Второе место. Так, столичный кубок. Ну что же, столичный кубок — это у нас типа шоссе. Шоссе, домики, да, вот это вот. Или что, или мосты. Подмостки. Опять попрыгунчики. Ну что ты не врезался-то? Попрыгунчик. Чего не стал прыгать-то под этим-то? Сыкунок несчастный. Да они могут только на этих, на прямых, ребята, прыгать, да и все. Красавчик. Пускай там этот попрыгунчик вшивый, что хочет, то и делает. Так. Поднимемся. Вот это было, конечно, первым, прикинь. Отлично. Просто взял сверху и упал. Да, это было что-то с чем-то. Блин, плохо мы стартуем очень фигово, ребят. Этот прыгунчик еще тут достает. Почему вот он не врезался сейчас, а? Ребят, объясните. Прыгает еще и на крыльях там летит, правильно? Он так преодолевает расстояние очень быстро. Опять второе место. А, первое? Фью. Ну, первое, ладно, первое меня устраивает. Так, ну что у нас там дальше? Болотистая дорога, это, блин, с крокодилами, по-моему, да? С крокодилами, со всякой парашей, которые будут тут стоять, наверное. Что-то там, куда? Нормально. И финиш.
Замечательно. Нет, все-таки непонятно, как он там прыгал, извини меня, под этими... под мостом, я имею в виду, на попрыгушках, и не разбил при этом себе вообще ничего, ребят. Даже голову не сломал. Как так может быть? Он что там чувствует? Где нужно, я не знаю, там... Тем более, крыши у него не было. Чит какой-то, я не знаю, ребят. Ну как ты можешь распределить прыжок, скорость, высоту? Тут так ты обычно едешь, можешь на ровном месте голову свернуть, а он на попрыгульках под мостом. Нормально? Это что такое, а? Что это за барахло? Так, один-то довыпендривался, я смотрю. Докрутил свои сальтушки. Ну вот они и продинамили свой шанс. Иди дальше крути сальтушки свои там. Фух. Так, ребят, совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть, и мы кубок лесов. Давай, наверное, потерпим. Какое там ожидание остальных игроков? Вы чё? Пугает меня еще ожидания какие-то. Ага. Да, конечно, тот на своем ХКР-ке первой модификации едет. Причем не отстает, едет так уверенно. На хилл-климбере, я имею в виду. Смотри. Давай, 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 давай. Ну, на коротких дистанциях я не спорю, ребят. Ролик, вот именно на коротких дистанциях она, да, может тут что-то делать. Но опять же, на коротких и на ровных. Давай, давай, не тупи. Есть. Нормально. Фух, ну. Взяли. Блин, ну вот. Все дают, но не на то, что нужно, ребята. Совсем не на то, что нужно. Там у нас какой-то новый костюм. Или это что такое, я не пойму. Рога какие-то там. Непонятно. Теперь у меня 850к. Так, 8 онлайн, прилетали немного основные до зимы. До зимы? Ты имеешь в виду на соб... Где, до какой? А, здесь до зимы? Ну да, 20 тысяч кубков. Я думаю, наверное... Завтренько возьмем, наверное, вот это вот. Если все пойдет хорошо, то, наверное, пойдем и до зимы. Ну, тут зима какая-то короткая, вот. Хоп-хоп, и все, и она закончится. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!